Привет, друзья! С вами Сантей. Продолжаем мы рубиться в этом РПГ «Квест Невеста для Гаврилова». Друзья, огромное спасибо тем, кто поддерживает канал финансово. Ссылка на донат находится в описании под видео. После того, как Муравей Гаврилов поселился у меня на базе в Красном Бойце, 30-й видос, ссылка появится сверху. У него можно будет взять квест. Если спросить у муравья, как ему в Красном Бойце живется, то Гаврилов расскажет, что после того, как он покинул бункер 317, на пустоши он встретил девушку по имени Лариса. У нее вместо руки был крюк и не было одного глаза. Гаврилов говорит, что Лариса запала ему в душу, и он сильно скучает по ней. Значит, смотрите. Девушку по имени Лариса, которая так запала в душу Гаврилову, можно будет встретить в мертвом городе на станции Комсомольская. При условии, конечно, что вы взяли квест у муравья Гаврилова, она появится возле вагона ресторана. Если сказать девушке, что ее хочет видеть один ее старый знакомый, и сказать, что это муравей Гаврилов из Красного Бойца, то она без всяких уговоров согласится поплыть к нему первым же рейсом. По прибытию в Красный Боец, если пойдете к муравью и скажете, что передали послание Ларисе, то получите благодарочку в виде около 500 очков опыта. Девушка же будет стоять в доме Гожина, совсем рядом. Здесь можно расспросить ее, как она потеряла свой глаз и кто сделал ей новую руку. Получаю опыт. В благодарность, что свел ее с Гавриловым, Лариса, как настоящий сталкер, раз в неделю будет таскать мне хабар. Хабар абсолютно разный и рандомный. Но рандом можно нарандомить. Перед тем, как спросить ее за хабар, сохраняйтесь. Если вам не понравится то, что она притащила, перезагружаетесь и спрашиваете заново. Во, две взрывчатки с таймером. Совсем другое дело. А то, блин, три клея. Нафиг они мне нужны. Ладно, друзья, будем на этом закругляться. В следующем видосе продолжим выполнять квесты в мертвом городе. Подписывайтесь, ставьте лайкосики, пишите комменты. Всем до свидания.